Центральный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге состоялся в Минске. Между собой играли лидеры «Энергетик БГУ» и «Мозырская Славия». В середине первого тайма хозяева счет открыли, Близнюк головой замкнул передачу партнера. Вскоре гости отыгрались. Курлович реализовал назначенные ворота «Энергетика» в пенальти. На экваторе второй половины игры гости вышли вперед. Цели достиг удара Нуфриева. Правда, удержать победный счет мозырской команде не удалось. На последней минуте усилиями Садовского столичный коллектив вырывает ничью. Из представителей нашего региона в 23-м туре никому не удалось победить. «Химик» крупно проиграл «Граниту» 1-4. «ЮАС» и «Чисть» разошлись миром 2-2. «Локомотив» и «Волна» так и не смогли открыть счет в очном поединке 0-0. В турнирной таблице в тройке лидеров по-прежнему без изменений лидирует «Энергетик». «Славия» на второй позиции, «Белшина» на третьей. «Локомотив» занимает 5-е место, «Химик» 9-е, а «ЮАС» 11-е.